Вот у меня взбивается 6 яиц. Вот у меня приготовлен стакан муки. 40 грамм растопленного маргарина. Вот я насыпала стакан муки. Перемешиваю. До однородной массы. Вот, я перемешала. Сейчас я добавлю в мой маргарин тесто. Вот, видишь? Сейчас я это перемешаю. Вот, видишь, я перемешала маргарин с тестом. Сейчас я буду вводить этот маргарин в тесто в моё. Видишь, какое оно у меня пышное? Вот. Сейчас, подожди. Вот, я его ввела, и сейчас буду перемешивать с тестом вместе. Вот, я его перемешала, и у меня немножко оно опустилось, но оно не потеряло свое свойство. Больше ничего я не добавляла, ни разрыхлителя, ничего. Сейчас я его вылью в форму и поставлю в духовку. После этого я тебе покажу, что получилось. Вот я его налила в форму, сейчас поставлю в духовку. Вот какой у меня бисквит получился, видишь? Целая чаша, а была половина всего. Протыкаем. Сухонько. Готов. Оп. Оп. Все. Готово. Теперь я буду делать торт. Скину тебе фотографию.